Всем привет, дорогие друзья, с вами Дрезди, добро пожаловать в игрушку Headshot, я надеюсь, ты поддержишь меня пальцем вверх, пожалуйста. Ну и подпишись на мой канал, если ты впервые. Так, ладно, аккуратно. Ведьма пошла сюда. Так, и где она? Где она, ребятки? Я думаю, с ней там ничего страшного не случилось. Отлично, отлично, ребятки, я победил. Мне повезло. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, где он? Блин, нифига себе, он мне прям мечом заехал. Ладно. Отлично, отлично, очень быстро. Тут мне повезло, ребятки. Вампир какой-то. Да тут все страшные такие. Может быть, мне тут подождать? Ах ты, нифига себе, он как упал. Привидение, боже мой. Так, куда ты вылетел? Отлично, с задним колесом, как я его. Изи, ребят, изи. Так, куда ты улетел опять? Вау, крабик, спасибо тебе большое. Правда, я на бомбу подорвался. Ну-ка. О, почти что, почти что. Отлично. Победа, ребят. Победа, это очень даже хорошо. Так, ну что, давайте откроем что-нибудь. Золото, золото, золото. Ах ты ж, блин. Новая тачка. Траншеекопатель. Вау. Ху-ху-ху-ху-ху. Страшно аж. Так, можно выбрать задание какое-нибудь. Вау, нифига себе. Крутецное задание. Ну, давайте посмотрим. А, выиграй игру. Да это легко, ребят, это проще простого. Выиграть игру. Давайте выиграем. Куда ты, куда ты, куда? Ну-ка. Кш-кш-кш. Колесо, колесо, это плохо. Бамс. Ну, сильно соперник попался. Просто, просто ему повезло, что он такой сильный. Нифига себе я. Изи, ребят, здорово, здорово. Я так и знал, что я выиграю. Ну-ка, кыш отсюда. Ну-ка, выж. Смотрите, еще не умер. Блин, он бы сам умер. Я не заметил. Он бы так об стенку, об потолок бы обился. Ладно, 2-2. Не нужно отчаиваться. Нужно верить в победу и продолжать играть. Вау, 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 вау. Прям четко рассчитал я. The best. Ну и куда ты? Кыш отсюда. Ну-ка, кыш. Вау, как его замечательно ударил. Так, ладно. Сам помер, смотрите. Изи. Я выиграл игру. А, второе задание, принц. Окей, 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 пускай будет принц. Чашка. Дружище, что с тобой? Ты в чашке? Нет, это не чашка, это, а... Как же его? Заваривают там, в общем. Чай заваривают. Ну-ка, ну-ка. Вау. Тихо, 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 тихо. Двое, нифига себе, молодец. Принца... А, победи 10 врагов. Да ты издеваешься, что ли? Как я победил... А, ну блин, у меня хорошая тачка. Вот ты дурачок. Заново. 10 врагов надо победить. Блин. Играешь ты хреново. Они маленькие, да, все будут? Блин, самое главное, чтобы они не прыгали. Когда они прыгают, это очень плохо. Один готов. Да как так-то? Я ж тренировался годы. Ну-ка, ну-ка, проваливай. Проваливай. Ты не понял, что ли? Вали, говорю, отсюда. Немножечко, немножечко. Пускай они там сами себя друг друга бьют. Блин, нифига себе, он двоих. Ребят, ну я тут не выиграю, наверное. Один готов. Второй. Второй готов. Ой, откуда бомба, откуда бомба? Отлично. Второй готов. Третий.
Третий, проваливай отсюда. Тише, 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 тише. Да что ты будешь делать? Что случилось? О, тихо, тихо, тихо. Сколько? Сколько я выиграл? Ну-ка иди отсюда, малявка. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Да ты издеваешься, дружище. Да блин. Да сколько вас тут? Все, 10, да? Блин, это было нелегко, я вам скажу. Фу, выжить в течение 15 секунд. Надеюсь, это будет, хотел сказать, самое легкое задание, но уже не скажу. О! Тихо, тихо. Блин, метеорит! Какого лешего он падает? Что такое? Ладно. Я буду просто тут находиться вблизи. Нет, ну как же так? Я на такой карте не был. Блин, метеорит. Ну это сложно продержаться 15 секунд, ребят. Да вы издеваетесь. Пам! Улетел. Как это возможно вообще? Как? И я туда же. Я вам скажу, что это непросто. Ну как ты так можешь плохо играть? Почему так плохо играешь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Куда ты свалился? Ребят, это нереально 15 секунд продержаться. Тут просто мочилово какое-то. Бам! Бам-бам-бам-бам. Выстоял 3 секунды я. А, вон он таймер, я вижу таймер. 4 секунды выстоял. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче-полегче-полегче. 1 секунд выстоял. Представь себе, 4 секунды не достоял. Это не считается. Это не считается. Почему это не считается? Ну, потому что я не хочу, чтобы это считалось. Тихо, 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 тихо. О-о-о-о. Куда ты улетел-то, дебила? И вот я убил, ну смысл? Я слишком маленький был и улетел. Пам-пам-пам-пам. Ладно. Тихо-тихо, ну куда ты вылетел? Он просто взял и вылетел, ребят. Просто взял и вылетел, ну как так-то? Так, вот так, вот так, вот так, будь, вот, все, 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 пускай вот так. Вау, ребят, неужели? Отлично, я это сделал. Ребят, ну это было реально сложно. Победить 3 членов банды. Давайте назад вернемся, посмотрим. 4 задания я тут сделал. Тут закрытые. Но они все кайфовые, ребят. Очень классно. Хотите, чтобы я продолжил играть, обязательно пишите. Царь горы. Что же царь горы? Так, давайте выберем. У меня там новая тачка была. Где она? Где она? Вот она. Давайте ее выберем. И посмотрим, что же царь горы. Что надо сделать. Ну-ка. Жим-бам-бам. Жин-жин-жин-жин. Что он делает? Кыш отсюда, кыш! Ой, тихо-тихо-тихо. Проваливай, проваливай, ну-ка, провались. Провались, говорю, ну, ну же. Да ты издеваешься надо мной. Маленький цеп, негодник. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я сделал этот новый рекорд. Или нет? Что? Нифига себе. Вообще неплохо. Идем назад, давайте пооткрываем. Немножечко, почему бы нет. Что можно выиграть? 2 золотых. А, новая точила. Золото не упадает. Новая арена. Классно.
Ну что, ребятки, увидимся в следующих сериях. Рассказывать друзьям, ставь палец вверх. И до скорого, с вами был Даридзи. Пока-пока.